Нет, против меня он попадался, наоборот. Так что мне кажется, против Женька уже все попадались. Да, кстати, но... вот помнишь, мы... Нет, меня Фредди там... Крюгера показали сегодня. Так. Ребята, вы где? Я что-то тоже не понимаю, где все. Вы где? Пацаны, пацаны, у какого вы генератора? У левого. У того, который не работает. Да круг. Так, вы тут уже дали по шапке. Да блин, что за бедно? Нормально работал, не работает. Я тебя так за, прям за жопу схватил. О, привет. Бля. Да хорош дергаться за задолбал. Не надо. Блин, я забыл посмотреть, кто это. Я думаю, нам Ваня скажет, он в лицо видел мои. Стрэнс. Серьезно? Камфейс, да. Кто? Камфейс. А-а-а. Блин, я, кстати, так и подумал. Спасибо. Да, дурачок, я тебя похилил. Взаимодействие команды. Ну, да, спасибо, так, по-моему, но... операция прошла неуспешно. Крюк слишком близко. Че, пацаны, сбегаю? Не, не надо лучше. Только призраку не говорить. Ну ты меня видел. Обилка. Обилка у меня. У него какой-нибудь навык там, ну, типа, этот, сычанский соус, наверное, как он называется. Да, сычанский соус стоит. Рик и Морти Эдишн. О, кемпер, кемпер. Тру-тру, кемпер. Он уже мафия. Нашел от Тимофея. Опа. Ну вот это у вас взаимодействие. Тимофей, беги. Команда. Да-да-да, меня, беги. Беги. Давай полечимся под крюком. Давай. Да, не, может, надумаешься. Ну не надо, ну не тукай. Да, хорош вырываться. Ой, спасибо. Моя концентрация на пределе. Нет! Так, подожди, ты повиси пока. Да что же это? Да. Слышал, как я лечусь. Не, он тебя видел, поставил. Капец, пандемия, половина лежит. Типа фиг вырывайся. Либо видел, когда повесил, точно, да. Ах, вышь, мыши. Гайс, третий раз я не переживу. Жен, заблучи генератор. Да, давай. Это не ускоряет процесс, Даня. Ну, мне так нравится больше. Первый блондинка. Ух, ёпта, блядь. Я успел. Пойдём, бежим. Бежим. И Мафей будет жить. Да, не надо смотреть за мной. Ну не тукай. Утукнул. До свидания, ребят. Ой, что-то анимация поломалась. Это момент моря. Море.
серьезно. Вижу. Какая жестокость. Нет. Я так и не воспользовался своей аптечкой. Это на черный день, Тимофей. Я ее с тебя подберу, ладно? Это не трогай, это на Новый год. Да-да-да-да-да. Что дает преследование? Я вообще не понимаю. Ну, типа, я должен кого-то видеть, чтобы... Накапливание этого эффекта на выжившем, на которого ты смотришь, когда отбивается до максимального уровня, ты можешь его ваншотить. А, понял. Красный. Но если тебя за этим увидят и будут на тебя смотреть, то ты потеряешь свою силу. Да в смысле, ты же за колонной был, как ты ее уронил? За колонной, не за колонной. Ваня уронил колонну. Чисто приключение итальянов пройти. Не на. Маньяк так вздохнул, что я понимаю, почему он так вздохнул. Нет. Все нормально, терпи, у тебя еще ноль повешен. Так как так? Как же так? Нет! Живым не дамся! Пойдем к воротам, пойдем. Надо открывать ворота. Зачем я спалился, скажите? Там еще есть генератор. Ого. Все, он справился. Да нет, я так хорошо лежал под кустиком, у меня был грибочек. Опа. Блин, капец, ты меня снизу под крюк повесил. У меня крюк не из плеча торчит, а на плече просто лежит. У тебя просто слишком мелкий персонаж. Моделька. Не поработал. Ух ты ж! Как? Я вот... Подумал, надо бы обернуться. Да нет. А он тебя с генератора, что ли, снял? Да. Да я смотрел, типа, уперся в эту, типа, стенку. Я не видел даже прохода, с которого он мог выбраться. Я просто не думал, что ко мне полезет. Ну да. Ты там это, не помирай. Да я и ничего не проваливаюсь. Что... Ай, вот сейчас провалил. Бля. О, боже, он стоит. Беги! Да стараюсь, куда только. Ну, это было очень дерзко. Ну, да.
Блин, я не спрыгнул! Ой, чуть-чуть, было жестко. Чуть-чуть я не докрутил и... Ой, ой, ну запала тут красиво. Тут люстра. Рога на камине. Красота. Я доволен. Есть. Опа. Иди, генераторы! А где? Давай, ходит просто. Ему нравится. А не носи генератора. Да. Женек, все твои усилия бесполезны прямо сейчас. О! Интерес, зачем ты смотрел на него, когда ты и так раненый? А чтоб не повадно было. Очков по форме, да? Да! Перехитрил. Ты где тут? Так, и где все? Брось, какие? Брось это дело, брось. Сейчас, 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 все, бросаю, бросаю, ребят, сори. Ну ты не добросил. Опять под крюком висишь, да? Ну да, есть такое. Ну хотя сейчас. Только сейчас подумал, был бы прикольный навык, типа симуляция повешена. Ну типа ты специально в него. Подожди, а стой. Запрыгиваешь типа сам на него, да? О, аптечка. Ну да, да. Но только типа это как бы. Тимофей, я твою аптечку, по-моему, нашел. Моя красненькая. Вадик, дела просто ходят туда-сюда. Блин, а этот... Ой-ой-ой, этот... Это тратит аптечку, ё-моё. Хорош, мой. Так. Дело в том, что все генераторы слишком близко находятся друг к другу. Это да, это честно. Я уже думал, да, не дотянется. Было слишком близко. Не иди за мной, не надо. Женя, уложи вот генераторов подальше, давай, тяни. Давай. Ты меня обратно к генераторам привез. Привел. Меня режешь, как возьму пищу. Не. Сейчас лично. О, все, все. Как остался только ты. А люк может быть на втором этаже? Ну,
Да. Но если там есть место, то, наверное, да. Понял. А он абсолютно рандомно спавнится, да? Ну, есть подношения, которые увеличивают шанс спавна, например, в главном доме. Но у нас это не было. Да, мы понял. Я использовал. Разве? Да. А что у тебя за... В главном здании у меня. Серьезно? Мне кажется, сейчас они встретятся. Я нашел люк. Нет. И где он был, вот люк? Он был недалеко от главного дома. Блин. На самом деле у меня не было подношения. Блин, я забайтил Далину, хотя я думал, что я его отбайчу. Не, на самом деле мой маршрут не сильно поменялся от того, что ты меня тут байтил. Ты типа ворота открыл он так резко? Да. Жесть, а чё так быстро открываются ворота? Блин, надо было по канону типа постоять, посмотреть на тебя. Ну, вылезай, я хочу тебя казнить. Да сейчас, да подожди. Еще 5 минуточек. Не, я почти вылечился. Ну ладно, ты будешь единственным, кто умрет от крюка. Блин, жалко, я себе перк не взял. Фу. Но это было прикольно. Ну, я очень старался. Так, надо Дани еще громче сделать.